Зажигательные ритмы прозвучали накануне в парке имени Льва Толстого. Химчане осваивали зумбу – яркое и музыкальное направление фитнеса. На мастер-классе от Анастасии Самсоновой жители научились основным движениям, зарядились позитивом и, конечно, узнали, как зародилась зумба. Однажды тренер по фитнесу забыл свою музыку дома и на тренировку пришел без музыки, чтобы как-то провести тренировку. Он включил латиноамериканскую самбу, ча-ча-ча, румбу, сальсу. И благодаря этому уроку родилось направление зумба. Подробную информацию о месте и времени будущих мастер-классов можете найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.